Кстати, по телевизору и в интернете можно увидеть социальную рекламу, цель которой — привить нам любовь к здоровому питанию. Ты то, что ты ешь! С головы до ног! Например, мясо, рыба, яйца нужны тебе для наращивания мышечных тканей. Основной посыл в первой же строчке – ты то, что ты ешь. Так вот, представьте, что предприятие – это тело, а цепи поставок – это его кости и мышцы. О них точно так же надо заботиться, снабжать их здоровыми и полезными питательными веществами. Для наших здоровых костей и мышц нужны здоровая еда и питье, а для крепких и надежных цепей поставок – угадали, качественные поставки. Сейчас самое интересное – поговорим про шопинг. Чтобы сохранять надежность и эффективность цепей поставок, необходимо приобретать высококачественные материалы и услуги. Этим занимаются менеджеры по снабжению. Именно они закупают все эти материалы и услуги. А ведь в обычной жизни каждый из нас действует в качестве такого закупщика для себя самого. Значит, определенные навыки у нас уже выработаны. Вспомните разные виды покупок, которые вы регулярно совершаете в своей жизни. Основные необходимые товары, основные необходимые услуги, крупные серьезные покупки, профессиональные услуги, покупки с оформлением договора, ну и другие, гораздо более обыденные покупки, просто потому что хочется. Предположим, вы решили передать закупки на аутсорсинг третьему лицу. Что, если эти ребята будут осуществлять за вас все покупки? Нравится такой вариант? Не очень. И тем не менее, представьте, что у вас есть закупщики. Вам, как потребителю, захочется, чтобы они покупали для вас самые дешевые комплектующие? Да, так и есть. Они купили самые дешевые запчасти для этой машины. Вы поняли. Отдел закупок и снабжения ни в коем случае не должен думать только о цене. Нужно смотреть гораздо шире и учитывать такие критерии, как качество, сроки доставки и гибкость поставщика. Низкая стоимость – это очень важно, но прежде чем вообще принимать ее в расчет, необходимо как следует подумать про множество других вещей. Закупки, снабжение на корпоративном уровне – это сложная система. Предприятия покупают в больших объемах у множества поставщиков, многие из которых могут находиться далеко. Именно поэтому решения о покупках очень редко принимаются единолично. Специалисты по снабжению должны уметь договариваться, обладать прекрасными навыками общения и аналитическими способностями. От них зависит успех компании и удовлетворение потребностей потребителей. Закупки товаров и услуг – это всего лишь первая ступень. Но если уже на этом этапе вместо здорового питания в цепь снабжения поступит какой-то мусор, обеспечить затем производство высококлассных товаров и услуг для ваших клиентов будет очень непросто. Итак, что мы узнали? Вы – это то, что вы едите. Вы – это то, как вы умеете договариваться. Вы – это тот, у кого вы покупаете. И больше того, вы зависите от того, насколько хорошо ваши управленцы понимают сложную природу корпоративного снабжения. И вновь мы приходим к тому же выводу. Вы зависите от управления цепями поставок.